В течение 4 дней на базе Центра спортивной подготовки «Ялта-Зай» проходит всероссийский семинар спортивных судей по лыжным гонкам. Организатором мероприятия выступила Федерация лыжных гонок России и Федерация лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан. После приветственного слова главы Заинского района Разифа Каримова слово было предоставлено председателю коллегии спортивных судей Виктору Григорьеву. Цель семинара, естественно, остается на протяжении многих встреч одной и той же. Мы с вами готовим корпус для проведения и качественного, естественно, проведения соревнований как российского, так и международного уровня, то есть тех соревнований ФИС, которые проходят на территории России. В программе семинара состоится обсуждение итогов соревнований по лыжным гонкам прошедшего спортивного сезона, подготовка и организация 3-х всемирных военных игр в Сочи, чемпионата России в Ханты-Мансийске и другие вопросы. В программе семинара также проведение работы по секциям.